Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня снова воскресенье. А это значит... Я иду к Творцу всего мировоздания, чтобы воздать почести в молитве. Объединяющий нас всех счастливых людей. Счастливы. Когда у нас есть вера, сердце, любовь, надежда. На лучшее. Надежда на лучшее будущее, которое мы сами строим своими мыслями. Кому как не нам себя казнить и миловать в этот прекрасный день. Я каждый раз практически на одну и ту же тему говорю практически одни и те же слова. Не потому что я забыть, а потому что это действительно так. Это действительно так и не иначе. Это чувства мои. Чувства. Моего заключения. Ума. Всех суждений. Я специально одеваю брюки, одеваю рубашку и туфли. Чтобы прийти в храм к Творцу в лучшем виде, достойно отстоять время в службе, в молитвах благодарственных.
сколько мечтаний все сбываются. У меня всегда все сбывается. И вот за это я хочу каждый раз снова и снова благодарить Всевышнего за все блага, которые он дает. Я уже почти пришел. Сегодня очень жаркий день. 2 сентября. Немножко ветрено. Погодка супер. Хотелось бы сегодня еще и искупаться, так сказать, в порывах воспоминаний. Ведь такая хорошая погода может продержаться не так долго. Делайте все, что хотите. У нас есть воля ваша. Подпишитесь на мой канал. Это канал Бофляж, канал простого человека. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Мира вам и любви. И надежды на светлое будущее.